8 ДТП произошло в Сарове за прошедшую неделю. Одно из них зафиксировано на перекрестке улиц Березовая и Раменская. В ДТП пострадал пешеход. Сейчас он находится в реанимации с множественными повреждениями. ДТП это было 22 числа на перекрестке Березовая и Раменская. Водитель грузовой автомашины при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, переходящему правую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. За 8 месяцев в Нижегородской области выявлено 794 ДТП с наездом на пешеходов в темное время суток. В связи с такой статистикой сотрудники ГИБДД запустили акцию «Засветись». Она направлена на то, чтобы информировать людей о необходимости светоотражающих предметов. Тем более это стало актуально с наступлением осеннего периода, то есть темнеет рано. Сотрудники во время этих мероприятий занимаются разъяснением разъяснительной работы с пешеходами о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов. Тем более, скажем так, чтобы эти элементы обязательно были у детей. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД выявили 3 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Правила перевозки детей нарушили 6 водителей. 14 автолюбителей нарушили требования ОСАГО. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.